этом году 22 региона страны начали внедрять региональный экспортный стандарт. В чем его суть, мы узнали у представителя российского экспортного центра. Региональный экспортный стандарт. Что это такое и для чего его внедряют? В чем суть? Помочь региональным экспортерам экспортировать. Для этого в регионах создается вся необходимая инфраструктура. Создается экспортный совет с тем, чтобы экспортеры были рядом с губернатором, с тем, чтобы они помогали ему принимать правильные решения. Создается, разрабатывается стратегия экспортная региона. Куда регион хочет продавать, как он хочет продавать, какие меры поддержки он сам разрабатывает. Средний и малый предприятие – это, в общем-то, большой-большой потенциал для развития экспорта. И в каждом регионе меньше 1% средних и малых предприятий являются экспортерами. Вот это огромный потенциал для привлечения экспортеров. Мы уже видим, что региональный экспортный стандарт, вот не зря он назван стандартом, потому что он задает единую рамку, но он абсолютно не ограничивает регионы в творчестве, креативе. Мы уже видим огромное количество разных наработок в разных регионах, лучших практик, которыми мы хотим, чтобы регионы поделились друг с другом.